Майк Помпео, нынешний директор ЦРУ и возможный будущий госсекретарь, побывал с визитом в Северной Корее. Об этом известило Вашингтон-Пост. Как сообщается, Помпео ездил в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном в рамках подготовки к американо-северокорейскому саммиту. Информация о поездке Помпео распространилась после того, как сам Дональд Трамп объявил, что идут прямые переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Пхеньяном. Также Трамп назвал и предполагаемую дату его встречи с лидером Северной Кореи. Речь идет о конце мая, начале июня. Предполагаемое место встречи названо не было.